не часто. Когда только, ну, прям хочется мне ее помыть. Она очень плотно набита, очень мягкая, просто, ну, невероятно мягкая, очень комфортно с ней и работать, и клиенту очень приятно. Далее. Далее, далее. Будем делать глаза. Нет, она не колется. Да, немножко у меня что-то с горлом. Коза. Волосики коза. Так. Будем еще наносить консилер. Очень хорошие зеркала в Том Форде. Очень классно. Так. Нет. А любыми средствами, которые вам как бы нравятся для ухода за вашими кистями. Валериде можно средство самое такое, ух. Средство Мэка Форева мне очень нравится. Средство Манли очень хорошее средство, тоже очень воняет, как, ну, мне кажется, это даже для клиентов, ух, спиртом пахнет, значит, хорошо очистили. В Ростов я приеду летом, в июне. Мне кажется, в Москве надо в Вайконфейс идти. Конечно, портит. А чем вы собираетесь обеззаразить кисти, кроме как не спиртом или спиртосодержащим? Воронеже и Липецк не запланировано. Новая кисточка 14B, очень интересная. И еще у меня новая кисточка есть. Вот такая 11B. Она работает под бровью, заполняет большие пространства. Да, в Питере будут обучения проходить в студии. И в Казани, по-моему, в сентябре или в октябре мастер-класс. Она с черным древком, это потому что мне ее еще на заводе просто вот как тестерный вариант делали. То есть мне все так кисти сначала предлагают. Билеты MP Pro. Организаторы. И в Уфе буду в декабре. Прорабатываем орбитальную линию, прорабатываем ее вот такими движениями и обязательно переворачиваем кисть вверх, чтобы растушевать. Берите желательно кисть белки для орбитальной линии, тогда вы грязь не сделаете. Спасибо. Я сегодня была в Бобби Брауне, меня узнали так приятно. Похвалилась. Палетка Том Форд.
настолько много людей непонятных здесь сидят, если честно. Скажите, пожалуйста, кто пользовался моими кистями? На сайте кистей не появится. На сайте shop.natalyashik.ru кистей не появится больше никогда. Кисти будут в отдельном интернет-магазине, который будет только для моего бренда. Поэтому следите. Спасибо. Надо попробовать. Я делаю сейчас набор для белочек. Он очень... Спасибо. Он очень будет классный. И вот одна из них очень хорошо мягко наносит. Спасибо большое. Расскажите. Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы я, может быть, обратила внимание в работе с кистями, на что акценты сделать. Может быть, какие-то хочется кисти новые, которых у меня нет. Давайте пообщаемся по этому поводу, пока я крашусь. Самая, наверное, популярная кисть – это 9ТК, это двойная. А кисточка 12B, сейчас 14B, очень универсальная. 23К – это козочка. Ну, бровные все. И привет, Юлечка, привет! И, наверное, одна из любимейших – это вот это 4К для скульптурирования. Она очень крутая, невероятно. И мягкая, и наносит очень классно. Ну, мне много в моем бренде кистей нравится. Вот прям вот если бы мне сказали, возьми там 10 кистей, мне бы, наверное, мало было. Но я знаю, что какие кисти очень крутые. И, конечно, 48Т – это кисточка для подводки. Она просто must-have. Такая же удачная, очень кисточка по форме, по текстуре. Я ей тоже очень горжусь. Это 35Т, это кисточка для губ, которая вот делает нереально ровные губы. Вот если в других марках можно найти тушевочные кисти, интересные для пудры, интересные кисточки, то вот в моей марке, конечно, нужно брать обязательно кисточку для подводки, кисточку для губ, щеточку для нижних ресниц, ну и, конечно, все брови. То есть брови сделаны, ну, там души там больше, чем во всем, что я когда-либо делала. Прыщи убрать на лице, меньше сладкого кушать и ухаживать за кожей. Ой, Одесса, привет. Одесса, а не Одесса. Муж поправляет, говорит, Одесса. Кисточка... Ничего нет. Кисть бровная 43S, она самая классическая, универсальная кисть для теней. Она не делает четкие линии, но это сейчас и не модно делать такие графичные брови. Кисточка 43S – это мини-копия кисточки 45E, которая очень универсальная и делает мягкие, растушеванные, пушистые брови. То есть, вот как бы с енотом получается еще более растушеванные брови, а 43S делает их такие вот накрашенные, более контурные, ну и не такие контурные, как... Да, Первый канал. Не такие контурные, как, допустим, 40Т или 41Т, либо 44Т. Нет, для тона она, конечно. Той кистью
не накрасишь. Ну, это надо отдельное видео снимать про уход. Попробуйте нарс, который я показывала в начале. У него плотное покрытие. Смотрите, чтобы детский крем вам поры не забил. Так я ничего против вообще детского крема не имею. У меня, по-моему, эта кисточка здесь. Где кисти покупали? Я их не покупаю, я их сама делаю. Дольче Габбана. Дольче Габбана — это Джорджо Армани. Тоже один из любимых продуктов. Конечно, выпустили они бомбические кремовые тени, которые никто еще не придумал. Либо кисточкой козой, либо пальчиками. Ну вот я наношу, а потом пальчиками растушевываю. Очень красиво. Кисть для губ стоит 500 рублей. 35Т 500 рублей. Мне так интересно, вот неужели людям делать нечего и заняться? Больше заняться нечем, чем писать ерунду какую-то. Себя-то поуважайте немножко. Я вам говорила про интереснейшие карандаши от H&M. Очень интересный оттенок такой и очень хорошо держится. Я его буду наносить на слизистую. Я, наверное, локоны сделаю. Да, я оставляю. Да-да, в H&M в одежных магазинах продаются. Подводку еще. Кто стучится, нет? Не знаю, да. Мне показалось.